Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это шестой Troll Face Quest, единственный, по-моему, а может и не единственный, может еще какой-то есть. Короче говоря, он у меня не пройден, многие пройден, но он не пройден, надо пройти. Вот, все, резюмировал. Play game. Что это значит? Так, понятно, идет заставочка стандартная. Play, я согласен, играть хочу. Одну секунду. Вот это вот барабанная дробь, эти замечательные звуки, они все немножечко разорвали мне сейчас мозг, так, на миллисекунду, поэтому я их принизил. Troll Face Quest Sports. То есть, шестой Troll Face Quest, он называется Sports. Твою мать, что такое? Мне постоянно кажется, что я неправильно камеру-то поставил. Вот, все, наверное, вот так. Ладно, пофиг, как есть, так есть. Play game. Мужик какой-то ест пиццу, приходит другой мужик, говорит, отдай пиццу. Я даже угадал третий кадр, не посмотрев. Он действительно забрал у него пиццу. Скорее всего, нам теперь нужно хорошенечко качаться ради того, чтобы потом накостылять этому мудаку, забрать у него пиццу, а потом, когда мы ее заберем, мы будем ее жрать и разжиреем, и все наши усилия будут напрасны по накачке. Ни хрена себе, такой дрыщ и так засандалил, как это вообще возможно? Итак, мы теперь преисполнены праведного гнева. Долбим и... И, видимо, на этом конец, да? Уровень пройден, хорошо, то есть сюда опять счетчик кликов там пошел, нельзя сильно кликать. Давай, открутили и уехали. Это правильно? Уровень завершен, отлично. С первым уровнем справился относительно быстро. Вперед к спорту. Музыка пошла, хорошо, то есть мы уже практически готовы. Еще осталось только самую малость. Музыку уже включили, осталось еще несколько месяцев покачать мускулатуру, и мы будем абсолютно в порядке. Так, а мне тем временем надо понять, куда... Почему ты не танцуешь, приятель? Тебе... У тебя нет никакого... А... И что? А, я понял, его надо всего при... Я первый раз вижу, что кто-то так пел, если это только не Татьяна Буланова, честно говоря. Какие-то шарики, сквош. Долби об стенку, короче, я понял. Один, два. Ну, я понял, в конце концов, это приведет к тому, что вот у него два рога уже есть, сейчас еще хвост из жопы вырастет и будет дьявол. А, нет, вырос только рог побольше. Тогда что мы можем? Во-первых, это мне кое-что напоминает, но это потому, что я больной на голову, я как-то об этом уже говорил. Может быть, напоминает это не только мне, не знаю. А, если так, то ладно. Давай, надо. И что? Гениально просто, у меня нет слов, level complete, дальше. Так, значит, есть облако, и хочется, вот прям хочется на него ткнуть, но, скорее всего, нельзя. Есть еще вот труба, на нее тоже хочется ткнуть. Скорее всего, нельзя. В каком-то порядке определенном, может, надо. А может быть, много раз надо. Ну, короче, я понял, кликов у меня будет примерно так 1500, наверное, к концу этой игры, я хотел сказать. Эта штука меня напугала, прям в каком-то сраном хорроре. Level complete, отлично, я довольно быстро справляюсь, пятый уровень. Висим на перекладине. За сколько? 5 уровней? За 3 минуты? Ого, наверное, надо подтормозить, а то я слишком быстро пройду. Но, если я такой умный, такой... Хотя, не, умный человек эту игру не пройдет. Эту игру пройдет человек, у которого как раз не совсем все в порядке с головой быстро. Он нестандартно мыслит. У нас есть перекладина, и у нас есть висящий дрыщ. Вот прям как я. Не, может быть, он даже меня переплюнул, честно говоря. Есть еще куча штанг и гирь. Но ему они не подают. Он решил начать с турника. И, в принципе, правильно сделал. Турник — это хорошая вещь. Да... Так, а если, подожди, а если ему отвинтить что-нибудь из этого всего? Давай нагрузим его еще сверху ему, на башку ему нацепи, там, гирю какую-то. Не, не хочет. И вот оно, вот она первая... Вот здесь я буду, наверное, долго мудрить. Подожди, а если его вот так как-то раскачать? Или перекладину эту так раскачать? Или штангу раскачать? Все, раскачай... Раскачай все. О, подожди, сапоги у него там эти, может, потянуть как-то. На глаза тебе надоить. Сколько ж раз ты... И он ни разу не может подтянуться. Нам надо, чтобы он подтянулся, правильно? Или что нам надо? О! Боже! Вот это да, это истинно вот... Истинно потрясающий метод. То есть еще можно было бы каким-нибудь стальным прутом ему по жопе надавать в это время. Давай! Ох, сразу как резко взлетел. Молодец. Это даже не тролль, это самый настоящий тренер. Вот он поступил как истинный тренер. Я слышал эти истории о том, что как в армии или где-то там на войне заставляли подтягиваться, били железными ломами по ногам. Что-то такое я слышал когда. Не знаю, не скажу где, не скажу при каких обстоятельствах. Итак, это, наверное, фейлд, правильно? Тогда давай его вот так...
Слушай, я в этот раз быстро справляюсь, более... Да нет, лучше, не... лучше этого не говорить, что накаркаю. Брусья, подожди. На брусьях у нас вертенье туда-сюда происходит, правильно? Давай, вертись. Да что ж такое... как тебе это... О, хорошо, вот теперь давай. Оп, оп. Ну, то есть вторую тоже надо обрезать или как? Подожди, давай его будем как-то... Блин, ну я уже на полпути к победе, я чувствую. А, в стекло, хорошо, тоже неплохо, в принципе. Неплохой вариант. Надо ему тролло-ло женщину поставить вот сюда сверху, и будет вообще прекрасно. Почему? Почему автомобили в такт твоим движением действуют, объясни? Итак, внимание, ребята, у нас прямое включение из сумасшедшего дома. Какой-то мудак прыгает на розовом яйце. И все никак не успокоится. Наверное, это потому, что он пытается накачать свою жопу, но ему лень идти в спортзал. Я даже не знаю, как можно прокомментировать такой потрясающий футбольный матч. Мой главный герой, он тоже ни хрена не знает. Он и не думает, как прокомментировать. Он ни о чем не думает. Он просто смотрит на все это дерьмо. Просто... Вот ему кажется, что это спорт, наверное, то, что он сейчас делает. Тролло-лоник. Тролло-лоник у нас вырубить никак не получится, чтобы этот... Гондон наконец-то за работу взялся, а то он все сидит, отлынивает. Подожди, привет, подожди. Так, слышь, тролло-лоник ты мой, блин, давай, раздави уже это сраное яйцо, реально яйцо по форме, вот. Прям вот как будто отсюда сейчас какой-нибудь птенец вылупится и за яйца его схватит, было бы неплохо. Вот так, да, то есть, ну правильно, нужно было все комбинации проверить. Пьянству бой, наверное, хотели сказать разработчики данной вот концепции. То есть у нас есть чувачок, который должен проходить мимо конусов и мимо бутылок. А может быть, он должен перед этим выпить? Да, и когда он выпьет, у него получится это лучше. А может быть, он должен выпить абсолютно... Вот такая вот классная игра. Вот таким вот вещам она учит. Так, ребят, все, что мы сейчас видим, всерьез не воспринимать. Вот это все очень плохо. Это нехорошо быть таким. Да, конечно. Так я и поверил, что вот так оно в реальной жизни происходит. Что все, да, все попадают в аварию трезвыми, а пьяными вообще никто не попадает. Так. Бухать плохо. Так, давай. Раз и... Сразу вспоминаю, у меня в детстве была груша. Да она и сейчас где-то валяется. Там китаец вот в такой позе нарисован, и я по нему бил. И мне потом казалось, что, может быть, он на меня обижается. Но это когда совсем был пиздюк. Я даже немножечко как-то настроение падало. Так, хорошо. Да, блин, нет. Вот так, правильно. Да, вот это... Игра завершена со 167 кликами. А чё, только 10 уровней? Да я так быстро справился за... 8 минут? Я справился за 8 минут. Select level. Да, действительно, в этой игре всего 10 уровней. 10 уровней и сколько там? 180 с чем-то кликов. Это в среднем по 10 с лишним кликов на уровень. Но, как есть, так есть. Я не могу сейчас прям сидеть и разрабатывать эту игру дальше, чтобы она была длиннее. В принципе, 8 минут видео это тоже неплохо. Но можно дотянуть до 10, подрезюмировать. А что тут резюмировать? Нечего тут резюмировать. Все, короче, если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте палец вверх, заглядывайте в описание, там есть плейлист на такие же веселые игры, он так называется, веселый плейлист там написан, там такие дебилоидные игры, там все Trollface квесты, там симулятор козла, еще что-то такое. Есть еще много других разных плейлистов, на одних веселых играх как-то неинтересно, хочется и серьезного. Life is Strange, например, есть. Много чего есть. Я все-таки тяну время, да? 30 секунд уже потянул. Можно перечислить все, что у меня есть. Alien Isolation, Life is Strange, я не знаю. Max Payne, Max Payne 2. Ой, да ладно, это все уже ерунда. Тут уже ничего не поделаешь. Видео короткое, хрен с ним. В общем, всем пока.